Всем привет на моем 73-м стриме. Сегодня у нас 1 мая. Мы проходим игру Тоху 8. Это третий старт, но я надеюсь, наконец-то она не вылетит и ничего с ней не случится. Да, сегодня у нас праздник весны и труда, так что поздравляю всех, кто трудится или у кого весна. Вот, ну, поехали. Проходить я буду с 5 жизнями. Ну, если кто смотрел предыдущие стримы, то там была проблема в том, что почему-то я прохожу на хорошую концовку. Вот, ну, в смысле, не то, что на хорошую, ну да, вроде как на хорошую, но типа, чтобы успеть до 4:30. Привет, Катфет, это 8-я Тоха. Или ты имеешь в виду именно про версию? Версия вон написана 1.0D. И, а если ты про номер серии, то это 8-я. Ну, как и написано в заглавке стрима. Так, если слишком громко музыка, могу потише сделать. Я смотрю, вроде бы громковато, да? Да, я уже прошел с 1 по 7, но я не прошел 7.5 файтинг. Ну, потому что файтинг что-то мне не очень понравился, честно говоря. Ладно, играем на нормале, естественно, и играем за Рейму. Надо постараться не брать продолжений хотя бы до Марисы. А Мариса — это у нас 4-й босс. Но я перерыв-то сделал такой не маленький перед предыдущим стартом. Ну сколько я уже, по-моему, неделю или полторы, да, не играл, по-моему. Ну не помню точно. Вот, поэтому сейчас, возможно, тут уже забыл все. Где какие там атаки, как микрить. Сейчас я чатик не всегда могу читать, да, но по понятным причинам. Когда будет момент немножко такой, более расслабленный, почитаем. Да, Мариса тут враг. Ну, как бы, да. Я просто думал, что это не особо спойлер, так как я уже третий старт делаю. И доходил я до предыдущего старта, до последнего босса, на котором у меня вылетела игра, у меня бомбануло, и я вырубил. А Рейму помогает, но я, к сожалению, не помню имени. Ну, в общем, этот, Йокай. Ну, типа, здесь эти люди и Йокай, да? Вот это вот один из Йокаев почему-то помогает. Я по сюжету пока вот этой части не понял. Вот на английском... ну, как бы, на ходу переводить мне не очень что-то охота. Я и так вон Lost Odyssey перевожу. Потом, если пройду и будет время, я зачитаю сюжет с этой, ну, с Тоху Вики, кому интересно, послушайте, и мне интересно. Ну, типа, чтобы хоть знать, что это вообще такое происходило-то в этой части. Сюжет, конечно, упоротый, как обычно, но, однако, сюжет есть сюжет. Первый босс пройден. На лунатике забей. На лунатике это только... Это вообще нереально. Это пипец просто. Единственное, я первую часть прошел на лунатике. Но первая часть, она вообще не такая. Там нужно бегать и
шарик иньяневский как бы отталкивать метлой. Вот. Я прошел на Лунатике, но там континуума бесконечная. Правда, когда берешь континуум, то начинаешь с начала уровня или с начала босса, соответственно. Но ее все равно я прошел. А остальные я даже не пытался. Да ну, тут такая начинается. Садомия. Это просто не вообразить. Но если пройду сейчас быстро, то в принципе могу показать. Но сразу говорю, ничего хорошего из этого не выйдет. Я просто, наверное, уже на втором уровне солью последний континуум и все. Вот времени у меня не получается собирать достаточное количество. А в Японии дефолтный игрок может пройти нас на Лунатике. У них это, по-моему, норм считается. Тут я вроде бы от всех атак уходил. Ну, все равно пару бомб я вроде бы тут использую, но бомбы это не страшно. Ладно, жизни не терять. Да, вот, походу сейчас бомбы придется использовать. Или не придется. Здесь придержался. Самонаводящиеся тратят очень мало. Ладно, взорву я ее лучше, чтобы не париться. Сейчас совсем темно станет, там по-любому бомба. Есть. Сейчас можно будет уже и бомбу использовать, она и так добьется. До последнего держать желательно. Оп. Вот и все. А что такое ОСУ? Я, к сожалению, не в курсе. Тоже какая-то японская игра, по всей видимости. За бонусами.
Бомб нету. Держусь как могу. Так, но это еще не босс. Жизнь. Неплохо. Еще жизнь дали. Эй, обо что я умер-то? О, я даже не заметил, обо что я умер-то? Там что, пулька летела какая-то? Блин, я вообще-то не... Ну ладно, у меня все равно бомб не было, рано или поздно это бы случилось. Тем более вот босс. Ошибиться, но желательно ни разу. Ну, как бы, смотри. Больше одного континиума брать нельзя, если... если это... Не собираешь времени сколько надо. Вот там, видишь, тайм 3403-8500. Так как я не собрал полностью, то у меня после конца уровня прибавится час времени. Если бы я собрал полностью, то прибавилось только полчаса. Вот. Мне нужно успеть до 4:30. То есть 4:03 включительно. 4:30 включительно. 5 уже поздняк. Один континиум дает полчаса времени. А, лучше на, взрывайся. Но у меня бомбы закончились, к сожалению. Привет, Элис. А, бомбы-то закончились, да, блин. Да, тут еще и на время. Ну, по сути, это как бы время, а оно не то чтобы на время, как бы, чисто таймер-то не щелкает, как бы. Вот. Это практически такая же система, как и до этого была. В плане того, чтобы на хорошую концовку, там надо континиум, не тратить континиум. Тут почти так же, только чуть усовершенствовали. Континиум можно тратить при условии, что ты будешь собирать время. Вроде как-то так. Это насколько я понял. А, это без бомб я эту фазу не пройду. Это 100%. А, я сказал, не пройду. О, не хватило какой-то крохи вообще. А, с синими волосами и крыльями? Не помню. Видишь, внизу написано время, 2 часа. Я дошел до 4 уровня. Нам мне нужно пройти 4 уровень, 5 уровень. Это... Учитывая, что я тайм по-любому не соберу, это уже плюс час, то есть 4. И плюс один континиум я по-любому возьму, это уже будет 4:30. И все, то есть максимум мне можно взять один континиум. Привет, ЛМД.
А, там не очень. Не, ну время собрать вообще не вариант. Что-то у меня не получается. Я вот так стараюсь наверх улетать, но это опасно. Могу поплатиться за это жизнью. Не, ну вот на Марисе я реально просто много сливаю. Я не знаю, что с ней делать, но на ней я просто невероятное количество сливаю всего. Жизни, бомб. Да что меня так зажимают? Я чуть не понял, что это так зажимали. Зря бомбу использовал, ну ладно. Это на ПК, на Windows. Она изначально выходила на Windows, и она больше, даже более того, она нигде больше не выходила, насколько я знаю, не портирована никуда. Привет, Логи Бастье. Ну вот и Мариса. Сейчас будет унижать. Причем это еще не по сути не совсем босс, она еще убежит. Гадина. Придется за ней бежать, добивать. Ой, я бомбы слил, что ли? И то, что у меня есть 2 жизни, это вообще не означает то, что я там по-любому пройду и так далее. Нет, к сожалению. У нее адские фазы. Что тут делать? Ну, ничего. Больше сложнее? Ну, не скажи. Ну, как бы это очень... Это сравнивать как-то тупо, если честно. Ну... Как это можно сравнивать? То есть, как бы сложность в разном заключается. Ну, правда, микро, как бы, да, и там, и там. Но все равно. Ходи в угол, я понимаю, но как бы это не всегда реализуемо. Да, в больше минимум таких мест, правда, я как раз в таком месте застрял. Ну вот ее финальное появление. Сейчас начнет ульту свою включать. Ух ты ж, проскочил ты так. 4 бомбы, надо реализовать 4 бомбы. От лазеров уходить реально с этими звездами, но тяжело. Поэтому я буду бомбить. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, добомби, добомби. Ох. Блин, печалька, да. Ну, я, ну это жесть, это реально, это просто жесть. Все, здесь начнет, да, включать? Ага, а-а-а. Без бомб это вообще, по-моему, нереал сейчас выстоять.
А, куда бежать? Все. Забомбила она меня. Блин, печаль, бомба в пустоту использовал. А, еще эта фаза, ну... Блин. Печально, что я скажу, ну... Ой, Мариса, по-моему, она сложнее, чем пятый босс, реально сложнее. Наконец-то. О, я без континиус дошел до пятого уровня, но это, кстати, прогресс для меня, на самом деле. Хоть с одной жизнью, да все-таки еще на первом продолжении. Сколько всего нехорошего летит. А, бомбить-то нечем, да, у меня? Ну, бомбить было нечем просто. Сейчас есть чем. Я этим и воспользуюсь, пожалуй. Надо как можно дольше продержаться на первом континии. Так, одна бомба надо реализовать. Все, бомб больше нету. А, есть, я продержался и еще жизнь дали. Там много текста в чате, но мне некогда читать. Потом прочитаю. Ах ты ж, вот. Бомби. Нефиг тут там. Разлетались. Опа, бомба, бомба. Полезного? Не, ну прочитать. Кстати, я на паузу же могу нажать, да? Кэтфет, а Тоха вроде как бесплатная игра, насколько я понимаю. Там, где иглы или пульки будут серые, знаю, это мы. Да я понял, какая там тактика. Нет, не бесплатная разве? Я почему-то думал, что бесплатно, потому что у нее же нет никаких вроде ни кряков, ничего. Просто как бы, блин. Но странно, я просто не нашел, где ее даже купить, или какой-то, может быть, обложки с диска там, или как она продавалась. Если на диске, то с диска какого-то или что. Странно. Мне показалось, что она бесплатная. По крайней мере, вот эти части. А, так я знаю, как там действовать, но я там не буду справляться. И сейчас тоже. Так что, как бы, это, понимаешь, это разное. Неужели я до босса дошел? Охренеть. До пятого босса дошел без продолжений.
очень. Есть. Ух! Это она ультанула. Я и забыл. На побосса не попадаю, да? А, не, попадаю, походу. Ну все, одна бомба. Печаль, беда. Блин. Надо было лучше бомбу юзать. Хотя ладно, все равно оттягивай, не оттягивай, но это бы произошло. Привет, Dark Angel. Да, уже до 8 дошел, правда я 7.5 не прошел. Там только один стрим был, но я не прошел. Так, yes. 3.30 время уже осталось времени. Сразу забомблю ее, чтобы не мучилась. Это куда? Это же легкая была, это. Ну блин, это печально. Ну ладно, я так или иначе пройду уже. Осталось-то. Фигня. Не буду бомбы жалеть, какая разница, мне их хватит. И жизни хватит. Dark Angel, Prime не смотрю. Поэтому я не знаю, что там происходит. Но если там пони, то это прикольно. Наверное, зрителей вообще просто тотальное количество. Сдохнешь, не? Четыре тридцать. Финал. Вот и дошел до финала второй раз. В тот раз у меня вылетела игра, когда я дошел до босса этого финала. А, да, я помню, тут вообще веселуха, сейчас меня просто умнить начнут. А, я еще время собирать не обязательно, я понял. Бомб нету, лол. Паника такая сразу начинается. Вот. В тот раз после диалога у меня вылетела игра. А, сейчас не вылетела. Интересно. А, значит, у меня не на этом месте, походу, вылетела игра. Или на этом. Там вроде был длинный диалог, что-то я не понял. Ну что, в космосе? А, вот на этом диалоге, наверное, мне вылетело. Да. Да, длинный был диалог, точно.
15 минут игры, целый час мультиков про пони. Реально, в Прайме показывают мультик про пони? Интересно. Я думал, там игры только показывают. Да, вот она и не вылетела. Вот и последний босс. Вероятно. Ну посмотрим, у нее 5 стадий аж. Опа. Блин, жесть, как я держусь-то. А. Ну, континиум сейчас возьму, надеюсь, у меня он есть. Ух ты ж. Что за приколы? Что за прикол? Как там выжить? А, как-то можно. Не-не-не, куда? Ой, я запаниковал, лол. Да это жесть полная. Да ну. Кто там на Лунатике хотел посмотреть? По-моему, не надо лучше. На, лови бомбу. По все, у меня нету ни бомбы, ничего. Ну я тебя понял. Я тебя понял. Да ладно, здесь нельзя континию брать. Ну я не знаю, что мне делать. Смогу ли я осилить все-таки это? Потому что у нее там еще целых 3 фазы. По-любому там надо еще пачку жизни иметь. Хотя бы 3. А пройди на 3 жизни лучше, я и так сейчас очень хорошо прошел, но я имею в виду для себя. Ну, вот с точки зрения меня. У меня практически не было фейлов каких-то явных. Просто было там, где, да, мне не хватает скилла, как бы. А фейлов практически не было. Таких, что типа там... Блин, в общем, не знаю. И bad ending такой же 9-й почему-то. Ну что? Я не знаю. Еще раз? Привет, Костебрак. Еще раз или хорош? Вот главный вопрос. Семьдесят 4%. Один континью только использовал. Dark Angel, так это у него надо спросить. Я у него спрашивал, он говорит, что он не готов пока. Не созрел. Ну что, почему мне не дают континью, я не знаю. Но без континью я не смогу пройти. Ну я не буду тут, опять же, да, месяцами сидеть.
Поэтому как бы даже не знаю, нужно ли продолжать. Тут же нигде не выставляются эти континья. Не знаю, попробовать может другими персонажами. Два использовал как минимум. Ну, что ты хочешь сказать, это баг? Или что? Вообще какая-то игра забагованная. То влетает, то еще что-то происходит. Какая-то не очень получилось в техническом плане. Ну, так, во-первых, там, не, ну как, я предлагаю проходить еще раз то же самое. Я, честно, уже не очень хочу. Я предлагаю либо другим персонажам, либо просто показать, вон там просил Кэтфет показать лунатика. Ну, естественно, я сольюсь, да, это понятно, да, ну вот, но как бы просто, ну, чтобы увидеть, что это такое. Ну ладно, лунатика покажу. Могу другими персонажами. Так, ну-ка. Юка, да без проблем. О, лол, бомбу использовал зачем-то, неважно. Нормик, так первый уровень начинается. А бонусов вообще почти нету. А хотя нет, есть. Интересно до босса дойти, вот там, наверное, будет что-то жесткое. Ну не понял, атаки другие, что ли? Ой. И это был только мини-босс. Я уже слил жизнь и кучу бомб. Да, Мариса можно и играть. А что такое оружие неточное на микро-то? Или это потому что оно типа мало силы? Оу. Ну вот, ну вы видите. Ну как эти точечки проходить, я не знаю.
Не, ну на самом деле игру я все равно считаю пройденной, потому что я все предыдущие проходил на bad ending и норм. Я как-то еще когда начинал, когда первую часть только прошел, я сразу говорил, что... мне просто пройти, неважно на какой сложности, на какую концовку. Просто я хочу пройти все тохи, да, в принципе, но... Ну, по крайней мере, все без, не спин-оффные, да? Так что тут плохая концовка, я пытался, я два стрима пытался пройти на хорошую, но не получается. Больше я уже не хочу, честно. Ура, я прошел на Лунатике первый уровень. Нет, Котфет, скорее всего там будет другой босс на четвертом уровне. Не, ну Dark Angel, ты сейчас смотришь Лунатик режим. Вот, ну, да, на этом, на этом заканчиваю этот стрим. Я считаю, что все-таки она пройдена, так или иначе, да, и на хорошую концовку, но, я так и планирую. И дальше, в следующих частях, если там будет такая же жесть, то это также будет прохождение на плохую концовку, вот. На Лунатике первый уровень, да, учитывая, что я взял Continue и второй почти что тоже израсходовал. Вот, да, все, на этом прохождение восьмой тохи заканчивается. В следующий раз, когда буду стримить тоху, это будет уже следующая часть, вроде бы девятая, да? Вот. Какие-то такие дела. Сейчас еще стрим, наверное, будет по Lost Odyssey. Если кому интересно, оставайтесь. Вот, а на этом, если есть какие-то замечания, вопросы, предложения, жалобы, можно писать в чат. Я читаю, отвечаю, как обычно. Ну и все, всем пока.